А наши футболисты показали менее зрелищную игру, в отличие от хоккеистов. Кызылжар в воскресенье уступил украинскому Руху. Товарищеский матч проходил в солнечной Анталии во время предсезонного сбора местной команды. В первом тайме в составе клуба принимали участие игроки, находящиеся сейчас на просмотре. Счет был открыт на 10-й минуте. Отличились петропавловцы. До перерыва львовцы отыгрались. В следующие 45 минут инициатива полностью перешла на сторону футболистов Руха, которые и отпраздновали победу в этом матче. Итоговый результат 3-1. По расписанию 27 января подопечные Александра Карповича проведут дружескую встречу с болгарской командой «Орда».